Смотрите, в каком красивом месте. Поля, холмики. Тут такие красивые места у нас. А мы едем за пеноплексом, чтобы сделать дизайн внутрянки моего дома. Этим мы займемся на днях. Чего себе у нас просторы, да? Черт, не туда заехал. 8 километров лишних поехал. Навигатор подвел меня. Знаете, многие с деревень едут, прутся в город. У меня есть друг, который прется в деревню. Или прется от деревни. Приехал в какую-то ебеня. Вот кому-то кайфно здесь, а? Ну зато самоизоляция, представляешь, воздух. Смотрите, как красиво. Озерца. Дома ветхие. Наверное, зимой хрен проедешь, потому что не чистят. Бабушки, дедушки. Появился у нас пеноплекс. Друг Миша подсуетил ему спасибо. Где-то 10 листов. Не знаю, достаточно будет или нет. Визуально кажется, что недостаточно. Надо будет еще докупать, но все же. Так, сейчас примерим наш бампер. Ну, во, красота. Зазоры. Тут везде такие зазоры огромные. Просто гигантские будут. Все, сделали. Так, с этим мы разобрались. Можно, конечно, боцики теснять, он все равно будет держаться. Но, не знаю, мне кажется, так увереннее. Да, Рекса? Скажи, какая тебе разница, правда, болтики? Сейчас мы собираем морду, потому что надо ее подварить, тряхтануть, ну и перепроверяю все, что надо, чтобы установлено было на ней оригинального от моей машинки. Я вот нашел пару промахов, поэтому надо их доварить, пару дырочек. Сейчас мы это организуем. То, нашел еще одну дырочку, как-то она скрылась. Здесь поставил лапик. Здесь все. Теперь мы сейчас переходим, чуть морду надо подварить. Сейчас все цепляем, выставляем, чтобы посмотреть, как закроется. Если все нормально, то мы так и оставляем и начнем уже на машине все зачищать и готовить к шпаклевке и покраске. Смотрите, стопор работает. Насколько же тяжелее собирать, чем разбирать. Разобрать можно за полчаса было, а собрать за пару часов. Бампер прикручивать еще, но он не прикручен, чтобы его снять и красить. Нам надо вырезать вот кусочек сюда. Ну, маленького уголочка не будет, но зато должно как-то встать. Вот такая идея. Мне кажется, нормально. Это лучше, чем ничего. Смокин, дымится. Мы подвариваем такую хвернюшечку. Вот видите, испортилась предыдущая, поэтому я новую привариваю по месту. Так что держитесь, друзья. Что у нас получается? У нас получается, что у нас есть здесь зазор. Здесь нормально. Здесь тоже нормально. Здесь зазор только тут. Здесь все нормально. Зазор между бампером, но потому что он пластиковый бампер. Можно вот так стянуть его. Он еще толком не прикручен, кстати. Может быть, герметиком промазать. Уменьшится этот зазор. Даже зазор почти добились. Идеальный. Вот так сижу я и думаю. Думаю о чем? Мне надо как-то вот эти штуки отрезать и придумать, как крепить. Вопрос в том, что вот здесь должен болт крепиться. Да, надо отрезать, он уже заржавел. Тут болт крутить. Он тоже уже все ему проржавел. Здесь как-то гайки приварить, чтобы прикрутить можно было к полу. У меня есть... Вопрос в том, что здесь эта вентиляция должна как-то крепиться. Может, я просто засунуть все. Вот так. И не париться с этими проводами. Непонятно, что делать. Тормозные шланги как-то крепить, но не к металлу. Здесь мы еще будем собирать. По идее, можно подумать, как бак делать. Этот на слив
эту как-то сделать, пробку эту тоже убрать, шланг зажать, либо, ну, можно, я думаю, самым простым способом, это вот такого плана шланг, можно их соединить вместе, и как бы все, правильно? Не удалось, как хотелось. В общем, все. Слушайте, а не алюминиевый он, хоть надеюсь? Оказывается, это бак-то ржавый. Надо бы, наверное, его поменять на другой. Не подойдет он нам такой. С некондицией. Подведем итоги. Поставить колеса, и он уже может ездить. У нас установлен номер. Не в темное время суток, но можно. Нам надо зачищать теперь это все, для того, чтобы начинать шпаклевать. И, естественно, красить. Ну, на этот счет надо где-то искать еще компрессор. Но это мелочь. Компрессор мы вроде найдем где. Краскопульт у нас есть. Нам надо теперь начинать приступать к полу восстановления. Пока он будет сохнуть, мы сможем сделать крепление. Естественно, этот пол положить. Но вроде так мы подходим к завершению восстановления, чтобы начать процесс монтажа нашего дома. Эти двери, благо они алюминиевые, я хочу перевернуть другой стороной, чтобы окна были сверху. Это удобно. Притом я хочу разобрать эту систему и просто, чтобы завесами закрывалась дверь. То есть с наружной стороны никак не попасть, пока не откроешь внутри. Это дополнительно даст защиту, и я не думаю, что часто буду туда лазить. Тем более, что, скорее всего, сделаю люк, чтобы в багажник можно было залазить. Ну, если надо, уже открываешь, и пожалуйста. Поэтому сейчас попробуем перевернуть. Плюс, если посмотреть, то двери очень неплотно становятся. Соответственно, чтобы этого ничего не было, надо переделывать. Я нашел двух боженьких коровок. Интересно, они живы? Ого, живы! Ничего себе! Двери, я вам скажу, не очень-то и легкие. Ну что, подойдет по размерам или нет? Великолепно! Просто надо перерезать вот по-другому вот эти крепления. И можно даже штатное все заставить. Представляете? Это ж круто. Почему я не очень хочу оставлять эту всю систему? Все просто. Потому что она очень сильно вылазит. Конечно, может быть, просто вот эту ручку убрать. И на этом хватит. Ну, будем смотреть, в общем. Ну, круто же. Вообще мега круто. Если нормально их прижать, чтобы они хорошо плотно стояли, то и мостиков холда не так уж и будут много. Кстати, все же это алюминий. Ну вот, вот так будет смотреться. Ну вот, друзья, и новая дырочка. Все. Если внизу прижмется, то отлично. Ну, красота же. Я снял, кстати, двери. Вот эти перегородки, раз, два, три, четыре, надо снимать. Они, в принципе, на самом деле не нужны. Это увеличит пространство примерно еще на 5 сантиметров. Вот эту перегородку мы оставим, как ребро жесткости. Раз, два, будем также снимать. Ну, а там какой-нибудь придумаем приблуду, чтобы держалась эта дверь. Чтобы не портить, в случае чего, можно их было поставить и собрать заново. Кстати, по ручке, в принципе, она довольно комфортна. То есть, взялся, поднялся. Очень удобно. Я, кстати, его еще, к слову, завел. Заводится с полоборота. Завтра приедут у нас вот эти детальки. Завтра же мы купим резину. Или послезавтра. Так что наша задача завтра будет эбоксидочкой замазывать эти дырочки. Замазывать у нас есть здесь дырочки. Займемся эбоксидкой и полом. Пока он будет сохнуть, будем делать крепление. На сегодня хватит. Время работы закончилось, друзья. У меня как раз переполнилась флешка. Пожарили ногу Рексу. Угли готовы. Сейчас будем делать вкусняху. Сегодня на углях у нас будет рыбочка. Рыбешечка. Ай, вкусняшка, да, Лили? Ай, Максик, молодец. Доброе утро, друзья! Новый день, новое приключение. Один-то сегодня. Прекрасно. Сейчас у нас рыбка с яичницей. Ух, красота.
насладились, а теперь за работу. Блин, смотришь и понимаешь, еще там столько работы надо было сделать. А я уже ее все же сделал. Монтируешь и охреневаешь, еще даже не покрашено. Ну, в смысле, там части. То есть у меня уже все желтеньким цветом, а тут просто еще только загрунтовал. Иногда перед тем, как уже пустить, скажем, в рендеринг видео, я делал небольшую паузу, чтобы голова пришла в норму. Может, появились новые идеи перед просмотром повторно. И мы заодно с вами съездили и забрали тормоза наши. Это поршеньки, которые сломались. Вот, новенькие, красивенькие. Поршенек на задний тормоз. А также едем, поменяем бак, так как у нас он ржавый оказался, дырявый. Честно, очкую я эти баки варить. Посмотрел видосы, как это делать, но все равно есть вопросы. Хочется меньше работы, скажем так, уже работа надоела по восстановлению, поэтому хочется уже не восстанавливать, а просто купить какой-то и поставить. Поэтому едем, сейчас вернем бак, нам надо еще купить один диск, чтобы у нас было одно колесо на запаску. И мы все же заказали все сезонку Белшина 195-14C. Завтра она придет, и завтра мы уже поставим микроавтобус на колеса. Все, друзья, покупайте на Mercedes запчасти в Могилеве. Если надо, кому контакты дам. В общем, бак поменяли, купили еще один диск. Все, мы готовы так, чтобы машина начала ездить. Посмотрим, как у нас этот бак войдет. Так пахнет вкусненько. Опа! Отлично, входит и выходит. Вот так он и будет стоять ровненько в этом месте. Приступим, други мои. Ай, красота. У него есть вот это отверстие для слива, куда трубка пойдет. И внизу есть, видите, болт тоже слива, где мы сделаем угловой штуцер. И на гибкой трубке у нас будет выходить шланг, где будет вентиль. И это прекрасно. Займемся сейчас установкой мы тормозной системы. Ставили мы наш паршенек. Новенький, красивенький. Сейчас нам надо зажать. Кстати, болты остались старые. Так. Чуть-чуть их подмазали смазочкой. Кстати, его как вариант можно отсюда выбивать. Я его подбивал с этой стороны, а можно было здесь выбить. Да, такой. Как начнешь что-нибудь крутить, закручивать. В таких положениях и позах это происходит. Главное, чтобы теперь мои новые трубки не потекли, так как я их уже открутил, прикрутил еще раз. Сейчас прокачиваем тормоза. Шланг. Качай, качай. Все, вдави. Сильно вдави. Сильно. Она опустилась чуть-чуть. Все, опять качай. Мы это сделали, Лиля. Ты молодец. Все, тормоза готовы, друзья. Нам еще надо как-то сделать так, чтобы тормозной этот шланг, трубка, он никак не соприкасался с металлом, иначе он притрется. Потеков у нас нигде нету. Но как зажать, честно, я даже не знаю. Через какие-то прокладки делать. Здесь у нас тоже система, смотрите, как болтается. То есть, ну, тут можно к шлангу этому приезжать, там как-то, ну, болтанчик будет. Вот мы должны как прикрепить бак. Ну вот, и заткнули все дырки. Получается, что у нас есть сапун. Это мы, наверное, еще перемажем, загерметизируем дополнительно, но это так, как верхняя часть, нам не страшно. Сюда мы сделаем, скорее всего, это потом будет под огнем, просто вход обычно сантехнический. Главная задача будет сейчас вот эту пробку. Отлично, пробка пошла. Ну вот, то есть сюда резьбовой уголок соединения закручиваем. Она будет так выходить, и на нее шланг насаживаем, и будет краник. Все отлично. Ну вот, типа так. Видите, как проволоки, вот такие делаю сейчас подвесы, приваривают
буду к раме. Теперь надо определить, какую высоту использовать. Достаточно ли, чтобы они к полу ничего не терлось и не прикасалось. Значит, можно чуть ниже. Но и при этом у нас не должно быть соприкосновения, ну или большой проем, дырка, чтобы выходила канализация. Наш бак для серой воды. А уже здесь будет выходить трубка, куда мне будет удобнее. Либо она будет стоять здесь, открываться кран, стекать. Все в зависимости, с какой стороны будет у меня основное все подключение. Либо у меня будет, ну, например, знаете, топливо с этой стороны, может быть, мне проще, чтобы и где-то здесь мне сливать краник, то есть протянуть. Может быть, чтобы он здесь висел. Ну, он должен на нижней части, поэтому где-то вот сюда можно его крепить. Либо, если с этой стороны у меня будет, например, подключение электричества, например, с той стороны, аккумуляторы будут стоять с той стороны, соответственно, лучше там подключать электричество тогда. Кран как раз с противоположной стороны, ну либо наоборот, но это уже мелочи. Вот, друзья. Вот такую конструкцию я в образе выгородил или изгородил. Значит, я хочу, чтобы у меня здесь была запаска. Я еще придумаю здесь приспособу, как она будет крепиться. Это не так тяжело. Чтобы здесь стоял также бак. Все это для того, чтобы размещать, во-первых, в центре и на жопе вес. Также у меня, скорее всего, будут стоять либо аккумуляторы здесь, водяной бак здесь, чтобы у меня рама имела два веса. Посередине, получается, веса нету, но мне надо нагрузить, в принципе, заднюю часть, вообще как бы заднюю ось, а не вот эту часть. Поэтому стараемся ближе сместить. Может, конечно, еще получится так, что мой бак поставим с этой стороны, ближе к оси, и аккумуляторы здесь, а здесь больше будет места для багажа и хранения какого-то хлама. Ну, это все в проекте еще. Пока что хочу такого плана расположения, чтобы была запаска. И вот здесь у нас мы видим бак. Но если мы так ставим, чтобы у нас не получилось, когда будет ходить наш мост, это демпферы, соответственно, у него ход где-то примерно, ну, 12 сантиметров. И он не касался вот этой трубы, потому что сюда еще же будет заходить труба. Поэтому вот примерно в таком положении мы должны прикрепить бак. Ну что, вот и смотрю, чтобы как его поставить, чтобы еще можно было мост обслуживать, доливать здесь, залать шестигранником, это никакая проблема не была бы. Вот здесь у нас пробка, вроде бы не должна быть. При этом он не мешал, когда будет ходить мост, подниматься, да, на подвеска. А еще есть вариант, что он может немного шататься. Хоть три точки опоры, но все же. И все, знаете, в чем косяк? Мне надо было вот эту ступеньку просто сдвинуть чуть дальше. Ну, это как вариант. То есть сейчас крепить бак так, все что, эту ступеньку отрезать и переместить чуть-чуть левее. Вот примерно на такие болты будет крепиться наш опять пол. Это у нас восьмерка. Соответственно, мы должны сделать типа закладных. Это значит, что нам надо вот сюда приварить гаечку, чтобы потом в дальнейшем просто этот болт через пол проходил и закручивался, и прижимался. И вот тут самое тяжелое как раз таки это сделать. Потому что если здесь у нас есть подырки, одна дырка у нас со старым креплением, учитывая, что они разбиты, их мы использовать не будем. А вот в других местах у нас, например, там есть дырка, там это все нормально. Здесь у нас по дырке хорошо. Вот эти, как их высверлить, что с ними сделать, даже я не представляю. Видите, как он должен стоять. То есть надо сверлить, а там под низом болты, гайки приварены. К сожалению, много таких мест и вещей, которых придется еще раз добаривать, докрашивать. Такова жизнь, я к этому готов. Значит, мы сделали крепление. Теперь попробуем
примерить. Ляп, и работает. Еще один прикрепить, и все окей. У нас установленный бак. Хе. Ну еще покрасить, правда. Мы бак заполнили, и что у нас получается? Болтанка есть небольшая, вперед-назад нету, туда-сюда. Теперь где-то примерно 10 сантиметров до возможности касания, до демпфера тоже в районе 9 сантиметров, пусть нажимание сантиметров, еще один сантиметр, то есть 10 сантиметров получается, если у нас соприкоснется. Видите, как он? Так что 9 есть, тогда подогнет. Надеюсь, такого не будет. Так, ну и вот так он выглядит у нас со стороны. То есть он выше, чем мост. Получается, дорожный просвет не так должен быть ухудшаться. Это колесо, ну, оно будет висеть чуть выше. То есть она помещается у нас. Ну, нормально, вроде как нормально. Решил уменьшить себе сложности в жизни. Сейчас, короче, пробую просто выбивать. Против зубила ничего нет. Все я сделал. Все дырки повыбил. Максик сила. Как обычно при определенных сборках, остаются лишние детали. Я не понимаю, что это за лист металла. Добротных полкилограмм практически. Ну куда он идет? Как вроде он должен здесь стоять. Напишите в комментарии, если кто знает. Что мне кажется, как такая защита. Куда он устанавливается? Хрен его знает. Пазиков этого нету. Тут какие-то бумажки. Ну что, деньги? Либо тайные записки с кем-то. О, документы. Водитель Пантелей Андреевич, 2009 год, Юлия Сергеевна, Минск, путевой лист. Видно, как-то залетел. Друзья, мы пошли погулять в такую прекрасную погоду. Смотрите, какая красота. М-м-м, цвета. Сейчас как взлетим на дроне, да, Ева? Интересно, мой дрон поднимет Еву? Вряд ли, наверное. Карантин, а у нас легально можно это делать. Я считаю, что это хорошо, что мы можем вот так ходить гулять, потому что лучше свобода, чем умереть не свободным. Да. Ты закончилось веселье сегодняшнего дня. Так, проверим. Закачка видео идет. Отлично. А мы с магазина вернулись, затарились всякой фигней. Вы сколько раз делаете вылазки в магазин в месяц? Напишите в комментариях. Мы стараемся минимизировать это. То есть хотя бы, ну, например, раз в две недели ездить в магазин и покупать еды надолго. Хоть и не всегда это получается.